Здравствуйте! Согласно недавнему опросу, проведенному агентством Bloomberg, высокооплачиваемые американские специалисты заявили, что чувствуют себя беднее. Исследование процитировал CNBC. Среди опрошенных – врачи, юристы и другие высокооплачиваемые специалисты. У них стабильная заработная плата, собственные дома и солидные пенсионные накопительные счета. Но даже при этих условиях они перестали чувствовать себя обеспеченными. Из тех, кто зарабатывает более 175 тысяч долларов в год, или примерно 10% крупнейших налогоплательщиков, четверть сказали, дела идут туго. Только 12% американцев и всего треть миллионеров считают себя богатыми, говорится в докладе. В наши дни все меньше американцев, включая миллионеров, чувствуют себя уверенно в своем финансовом положении, отмечает издание. Постоянная инфляция сделала все более дорогим. Домохозяйства сталкиваются с растущими расходами по уходу за детьми, растущими автокредитами, высокими ставками по ипотечным кредитам и рекордной арендной платой. Чтобы сократить этот разрыв, все больше людей полагается на кредитные карты для покрытия повседневных расходов. Но, по словам Марка Хемрика, старшего экономического аналитика Банкраты, разрушение американской мечты назревало десятилетиями.